Убирают снег и наледь, расчищают прилотковую зону дороги вручную, а уже затем собирают погрузчиком. Расчистку дорог в Кировском районе Самары с начала января ведет новый подрядчик. Сотрудники заранее, еще в декабре, во взаимодействии с МБУ «Дорожное хозяйство» ознакомились с территорией. Сейчас работают в штатном режиме, но в феврале синоптики прогнозируют снегопады, поэтому готовятся к ним заблаговременно. Сейчас мы расчищаем проезжую часть до борта, чтобы было куда можно было убрать этот снег, так скажем, временно. И потом вывозить, чтобы не было коллапса какого-то на дорогах. Соответственно, техника вся наготове. Чем больше мы сейчас уберем, проделаем работу, тем, конечно, потом будет легче с этим справиться. В распоряжении подрядчика более 70 единиц техники, как своей, так и привлеченной. Она работает на улицах ежедневно. Особое внимание уделяют проезжим частям, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улицу Каховскую привели в порядок в прошлом году. Здесь отремонтировали проезжую часть большими картами. Площадь ремонтных работ на участке дороги в 2 километра составила почти 23,5 тысячи квадратных метров. Проконтролировать на месте работу нового подрядчика выехал сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский. Хочется отметить, что вообще на сегодняшний момент сам факт того, что все средства по национальным проектам должны расходоваться с максимальной эффективностью, это, конечно, мне кажется, в том числе и основная часть работы нас как общественных контролеров. От этого зависит не только комфорт наших жителей, но и скорость того, как они на общественном транспорте доедут до своего места работы, как быстро они доберутся, как будут работать все-таки дороги, как такая логистическая цепь, которая развивает нашу экономику. Поэтому здесь, если взялись за контракт, пусть они его исполнят на 100%. А мы со своей стороны, конечно, будем смотреть во все глаза. Расчистка проезжей части на всю ширину позволяет увеличить пропускную способность дороги. Специалисты также подчеркивают, что уборка на объекте должна выполняться не только качественно, но и бережно. Во время работы тяжелой техники дорожные службы не должны допускать повреждения элементов благоустройства. Это правило необходимо соблюдать, чтобы отремонтированная дорога прослужила как можно дольше. В преддверии снегопадов на улице Каховской с особым усердием расчищают прилотковую зону. Частота прилотка, по крайней мере, на нынешних условиях, делает нам запас для возможности уборки снега в будущие снегопады. Потому что при плановой патрульной очистке дорог основной снег сметается именно в прилотковую часть, откуда потом грузится и вывозится. Если там имеется наледь, то это создает помехи как сформированию нормального снежного вала, так и в дальнейшей вывозке. Мониторинг состояния всех улиц города, в том числе отремонтированных по дорожному нацпроекту, продолжится, как и актуальные сезонные работы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.